Мастерство исполнения меццо-сопрано Катерины Нефедовой высоко ценят жители и гости Одинцовского района. Ее концерты почти всегда проходят при полном аншлаге. Люди скучают по качественной музыке и прекрасному тонкому исполнению известных композиций. В этом и есть изюминка концертной деятельности певицы. У Пушкина есть такое выражение. Из всех наслаждений в жизни одной любви уступает музыка. А потом он еще подумал и сказал: нет, но и любовь – это мелодия. Поклонники Катерины не скупились на аплодисменты и крики «Браво!». Некоторые даже выходили на сцену и читали стихи любимой музе. Как божественно ты пела, с каждым разом все милей. Ты признайся залу смело, кто учитель, Соловей? Или тенор твой наставник? Или оба? Говори! Мы поспорили на пряник, заключили гранд-пари. Всем по нраву, Катерина? Всем! Иного не ждала. И стройна, как балерина, и красива, и мила. Голос твой, меццо-сопрано? Я, ты знаешь, не эксперт. Не силен я в форте, в пьяно, но понравился концерт. Великая музыка великого композитора звучит сегодня актуально, как никогда. Концерт прекрасно дополнило выступление детской студии ансамбля «Красная звезда». Дети зажигательно станцевали под известные мелодии. История России в песнях – это проект, который создала и разработала Катерина Нефедова. Концерт, посвященный творчеству Дунаевского, украсил эту работу. Впереди зрители и почитатели таланта певицы ждут новые премьеры. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».